Добро пожаловать, дамы и господа, на прохождение Neo Scavenger. Это третья часть, и сейчас мы обследуем здание, наверное. Так, у нас тут, да, у нас тут осталось одно здание. Мы его взламываем, смотрите, двумя ломами. Так, ну давайте, который с кондицией, конечно. Дальше, это и на очки очного видения. Погнали. Вот так. Так, у нас тут, о, у нас тут ловушка. Ну, кетчуп. Зажигалки три штуки. Такая совсем уж плохая. Два ИФО, кстати, они теперь выгодны. То есть их теперь надо брать с собой. А вы как думали? Теперь выгодно продавать. А, спальный мешок или... Конечно, рюкзачок. Да вы за кого... Так, стоп. Вы за кого меня принимаете? С дюляка? Ну, если да, то... Спасибо. Так, а... Да, походу... Айпады совсем у нас офигели. Их надо повернуть немного. Вот... И рюкзачина. Кстати, а чё он не лезет? Рюкзак не залезает в рюкзак, ребят. Фатальное понимание. Сейчас произошло у меня просто взрыв мозга. Рюкзак в рюкзак не лезет, как говорится. В какой-то там поговорке. Да и пошли вы нафиг. Зайти продать айфоны. Накоплю там по пути, продам. Может быть, что-то более ценное, чем iPhone попадется. Что-то все время называю их айфонами. Ну, наверное, это судьба. Так, давайте в озеро сходим. Давайте в озеро сходим, наберем водички. Думаю, нам как раз... Да-да-да. О, нет, вы что, ребят, ну... Кто так водичку-то набирает? Я даже не помню, какая из них... В бутылке находится... А, ну, ок. Стоп, да? Да. Ладно, давайте сейчас подробно. Как так? Как так получилось, что в бутылке находится... Ну, ладно. Я вообще даже не берусь понимать это, потому что это как-то слишком ушли моего понимания. Так, давайте разожжем огонь. Огонь, да? Все. 8 газет, давайте сюда. Так, и где у нас вода? Вот у нас вода. Раз, кастрюля, да? Так, давайте еще извлечем воду из контейнера. Еще одну. Так, что-то я чувствую, тут глюки какие-то с водой. Это нормальное, почему-то. Вот это ненормальное. Давайте и эту воду прокипятим. Эту воду прокипятим. А вот эта вода, она не помещается в сковородке. И после использования сковородка исчезает дико просто. Просто дико исчезает. Ну ладно. Purified water. Так, давайте тогда... Непонятно, что мы съедим сейчас. Я не понял, я это съел или я это принял, но в любом случае глюк исчез. Так. Черт, и куда поставить? Не, ну вы издеваетесь, да? Фига себе, она так стоит? Глюк с изображением, ребят. Это что-то неинтересное. Это что такое вообще вот? Да, блин. Так, ну, хотя бы у них всех очищенная вода есть. Все, значит, да. Но можно еще приготовить, но у нас нет бутылок. Так что, дамы и господа, сейчас смотрите, что мы будем делать. Мы напьемся вдоволь. Вот, напились вдоволь. И делаем то же самое с остальной водой. Но я, наверное, сделаю это за кадром. Итак, я закончил разливать воду.
Даже следующий ход уже пошел. Но наконец-то я все разлил, все выпил. Теперь осталось закусить крекерами. И в путь. Так, давайте проверим. Диареи у нас нет, у нас только... Понятно. Все остальное можно уже не брать с собой. Кстати, можно взять, если что, банку, сделать шумовую ловушку. Видите, тут noise trap. Кстати, мы уже можем сделать. Давайте сделаем. А зачем нам нужна шумовая ловушка? Чтобы останавливать врагов, которые слишком наглеют. А враги всегда слишком наглеют, как вы знаете. Так вот, мы ее оставим на местности. И потом... Все ок. Так, давайте, вот уже тьма. А, обыщем-ка вот эту местность. Так, складские помещения. Это и ночное видение. Бац, сколько лута. Но мы кого-то встретили, ребят, так что не расслабляемся. А, и у нас тут, кстати, куртка даже получше будет. Хоп. А-ха-ха. Так, давай, надевай вот эту куртку. Ботинки. Они дорогие, твари, но стоят по-божески просто. Да, вот так вот. Dirty rags. Грязные тряпки. Можно, конечно, знаете, пополнить наш баланс тряпок, так сказать. Но мы ими не пользуемся практически, что дает нам не какую-то там колоссальную выгоду с этого. Не чтобы там очень колоссальную, но... Ну да, но тут, конечно, они мощные. 39 стоит ботинок. Но, к сожалению, подбирать мы его не будем. Мне кажется, что это слишком. Зато вот эту кастрюлю я поменяю, она лучше. И мы нашли какого-то супостата. Что ж, дернем ему. В смысле, не дернем. Так, он сломан у нас, да? Ну, бу! Полетел. Так, давайте в лес. В лес обыщем лесную берлогу. Так, я думаю, тут... О, как надо. О, ночки, да, и все. Но мы ничего не обнаружили. Блин. И у нас наступила ночка. Но у нас очки ночного видения, так что все в порядке. Кстати, куда мы двигаемся? Да, мы двигаемся по направлению к Hidden Lakes, к скрытому озеру. И я предпочел, конечно, двигаться вот так вот. Если нам не будут мешать, а нам будут мешать... Да ночью я бы не осмелился двигаться, конечно. Ну ладно. Так, мы давайте жареное мясо съедим. О как. Все, а то оно просто тут тратит место. Так, идем дальше. Что тут у нас? Два рецепта. Два рецепта. Как приготовить воду из таблеток. А второй, кстати, рецепт. Что у нас? Смотрите. А, но это не в этой версии. Короче, в новой версии, в 359, что ли. Да, 359 можно правой кнопкой мыши кликать и выбирать, вот, уничтожить, применить для крафта или использовать. Вот можно выбрать один из этих действий. Одно. Ладно, давайте. Мы спокойненько так пробираемся, да, забираем неплохой хабар. Давайте whole stack, брать весь стак, наберем. А, и когда мы уже найдем, в комментариях написали про тележку. Когда мы уже найдем тележку, господа, когда, дамы и господа, найдем тележку, тогда мы будем кататься как в раю просто. Так, давайте, о, нет, стоп. Сейфти, конечно, хороший, но есть вероятность, что мы потеряем нашу сущность в виде гномика внутри этого беспорядка, так что... Так, давайте сюда возьмем 5 долбанных рецептов. Я уже даже не знаю, смотрите, тут просто дикость какая-то. То есть тут просто дико много рецептов.
В общем, если нам что-то из этого нужно будет, я обязательно найду. А так мне не нужно, локпик у меня уже есть, они не суммируются, нет? Ну, тогда пошли нафиг. Зажигалки у меня до хрена. Газету, может быть, одну надо, да. Все. Какой-то славный, слабенький домик, я бы вам сказал. Не слишком уж такой хорошенький. Более-менее, да. Такой слабенький домик. Но ничего страшного. Как видите, мы прошли уже дофига. Но это не видно, потому что у нас ночь. In the night. И, кстати, да. Все, мы 20 накопили, больше не купим. Воду мы не тратим. Воду мы не купим. Так, стоп, стоп, вот тут город, кстати, горит. Это знаете, что значит? Значит, тут есть жизнь в городе в этом именно. Но бывает, что нету жизни конкретно, а здесь именно есть. Ладно, давайте поищем что-то в лесной лачуге. С помощью очков, кстати, даже взламывать не надо. И бац, у нас прям это, крекеры, крекеры, крекеры. Так, все. Да, кончились наши крекеры. На этом конфетки, ботинки. Бинокль, бинокль. Не знаю, что делает бинокль, если честно, но потому что он как-то... Не знаю, напишите в комментах, знаете, что делает бинокль. Я его не испробовал, может, в бою как-то помогает. Так, да. Вот с помощью этого и этого и этого можно залутить Никилу, но мы были обнаружены гуляющим неподалеку Чучбеком. Что ж, ну тогда Чучбек don't owned. И, кстати, максимум 3 можно айподы класть, да? Ну, давайте положим пока что это самое ценное, что мы нашли. И как приготовить 3 капли воды, опять же, да, и опять же кетчуп, нашествие кетчупа сводит меня с ума. Давайте его скушаем. Вот мы скушали кетчуп. Перед битвой кетчуп съели. И догмен. Все. Desperate retreat. То есть бежим, не оглядываясь. Бежим сюда. И, господи. А догмен опять нас нагнал, но мы опять бежим, не оглядываясь. Я сказал, бежим, не оглядываясь. Черт, твою мать! А чё, не очень, да, он? Да, он как-то не очень для этого. Давайте тогда ран от него. И снова от него ран. И снова от него ран. И покинем. Покинем его и давайте включим бег. Я просто вот пробегусь от него по лесам, по полям, по морям и закончу свой ход. И нам надо где-то передохнуть. Кстати, мы вышли в общую эту лощину. Давайте еще немножко пройдемся. Дальше хайтрекс, хайт. И исследуем поляну. Гениально сказано. Никакого лут нет, но мы нашли какого-то гада. Так, можно белку разделать. Чем ее можно разделать? Хоп, хоп, ничем, да. Все, где встречается слово белка, давайте сразу искать и разделывать. Гениально, мы не можем ничего сделать. Классно. А где у нас была ловушка? Ловушка, ловушка, ловушка. Давайте click to move. Поставим ее сюда, хотя я не знаю, как ее использовать это вообще. Так, давайте ему... Блин, на него нельзя прикрикнуть, что ли? Мы устали слишком, да? Мы можем hidden retreat сделать. Рейдер. Так, hide. Rest плюс heal. Так, для rest плюс heal, да, смотрите, у нас надеты очки. Для rest плюс heal нам нужны мешки, мешок, да, мешок. Мешок нам нужен, блин. Так, и для того, чтобы это было, ну, это просто лес, мы в лесу спим. Нас могут убить, пока мы спим, классно, да? Мне нравится. Рядом с этим спать. Давайте попытаемся восстановиться, но он... Смотрите, у него кровотечение.
Он голый, но он сильный, и он нас не слушается. Так, парень. А чё, нельзя что ли от него так сбежать? Ну ладно, иди нафиг. Так, да, давайте сначала подберем мешок, который был тут у нас в лагере. А то мы что-то его забыли. Он нам нужен еще. И убегаем от него подальше, в сторону как раз того, чего нам нужно. Ага, ага, ага. Так, скавендж, давайте вот в это здание зайдем. Проверим с помощью очков. И ничего не получилось. Зато мы, смотрите, мы очень устали, мы можем переночевать. У нас появился рецепт разделания белки, но нам это как-то вообще пип не сдалось. Скроемся-ка. Мы достанем мешочек и поспим. Да? У нас этот рассвет, между прочим, так что мы спим. Рестинг, рестинг. Кстати, он что, за нами, что ли, идет? Не, чувак, извини. Извини. Мы слишком устали, чтобы драться, поэтому пшел нафиг. Я, конечно, все понимаю, но иди ты в баню. Понял. В бане тебе лучше будет. Я считаю. Это правда, лично мое мнение. Просто я всегда считаю как-то иначе, чем остальные. Так. И что тут у нас? Как тарп шелтер, да, сделать? Ясно. Как сделать мини-убежище? И я хочу сказать, что мы подходим к локации. Уже близко. Давайте переночуем. Точнее, пардон, отдохнем. Вот здесь, наконец. Видите, мы очень устали. Мы хотя бы поспать немножко должны. Это во-первых. Во-вторых, мы должны прошерстить вот этот вот тайник в лесу. С помощью очков ночного видения. Днем. Днем, да? Мы можем найти, классно, оптику. Можем найти оптику, она очень дорогая, давайте ее возьмем с собой. Это во-первых. Во-вторых, можем найти еду в аду. Еду в аду можем найти. Так, и... О, вау. Не понял. Так... Что, простите? Я только что заметил, что тут еще одна бутылка с водой. Клево. Причем вода-то вообще даже... О! Таблетки для очистки воды. Отлично, отлично. То, что надо, ребят. Так, эту пустую выкидываем, давайте. Сколько таблеток? Офигеть. Даже без смешивания, смотрите. Раз. А, ну да, придется один раз не сказать не гамаз. Ладно. Смотрите, по одной таблеточке придется использовать. Давайте confirm. И у нас есть очищенная вода. Куда бы ее поместить? Давайте ее на землю положим и выпьем. Так, что-то я-то как-то переборщил со звуками. Ладно. Давай, великий очиститель воды, ты у нас будешь тут лежать. Лом, как всегда, в руку. Так, остальное на этом ходу вообще не покатит. Ну, кроме того, что вот это можно взять. В принципе, можно взять вот это, да. Сколько? 1001! Так, сейчас разберемся, что там и с чем. Достаем, достаем, да. Нифига, десятка. Десятка, класс. Вот это реально круто, я считаю. Так, 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 так. А куда ты положилась-то? Стоп. А... Куда положилась? Простите. Сюда, что ли, антибиотики положились? Как вам сказать? А как так?
Стоп, у нас идет потеря крови, что ли? Что-то я не могу понять вот этого вот дела. Так, ну да. Походу. Походу мы стак целый положили в банку. Да. Все правильно. Давай еще, но... А, не хватает. Not enough действий. Так. Давай скроемся. И сейчас вот сделаю я это. Очищу, значит, воду. Хотя, что я творю? Это если костра под рукой нет. Зачем мне спать с помощью таблеток? Давайте разведем. Благо, есть лес. Вот лес, видите, есть. Ес. Ес! Есть лес. Благо, есть. Жаль, нет ружья, но есть лес. И можем развести костер. Так, давайте. Вот это давайте. А хотя, что я туплю? Где он тут? Campfire. Так, можно с помощью факела, а можно с помощью дофига, ну, разных способов. Мы выбираем вот этот. Тю, как он развелся. И давайте вот это и три эти пожарим. А что, так нельзя? Блин, я, короче, сейчас приду. Мда, я кипячу воду только, чтобы ее попить с земли в сковороде. Прикиньте, в сковороде кипятить воду. Это наше будущее, люди, планеты Земля. Учтите это просто. Так, ну давайте лом возьмем, да, уже. Все, все. Мы поели. Мы съели, смотрите, мы три конфетки съели. Крекеры там. Кстати, мы разве не хотим? А, мы только хотим есть, пить мы уже супер просто не хотим, да? Ну и погнали отсюда. Что нам тут делать? Если только еще обыскать одно место. И давайте его обыщем. Оу. Ну не очень-то мы нашли много, конечно. И, кстати, что я заметила очень интересное. Очень интересное. Так, вот два этих в лагерь почему-то ушло. Почему? Очень интересно, смотрите, у нас тут рана на груди каким-то образом образовалась. Это от когтистого нашего друга. Мы-то знаем, когда он на нас напал. Так, кстати, мы сейчас приблизимся в Hidden Lake. Нам только нужно поспать. Давайте поспим. Я боюсь, что он не дотянет до Hidden Lake, если мы тут будем... Слип, давайте спать. Ой, что это я? Забыл кое-что. Так. Мы поспали, смотрите, мы уже бодрячком. Можно этим воспользоваться и пойти сюда. И тут нас поджидают... Ничего. Ага, мы испытываем, так, что мы больны диареей, почему, мы заражены через кровь, наверное, да, были? Блин, дождь, я только что понял это, твою мать, дождь, нельзя долго находиться с открытыми ранами, через дождь можно заболеть диареей, твою же мать, можно получить заражение крови через дождь. Ладно, давайте покормимся пейнкиллерами. Так, покормимся антибиотиками. Я даже не знаю, сколько тут антибиотиков-то сожрать надо. Блин. Так, ну и что? Иммунная система, смотрите, мы ее сейчас будем закрывать. Внимательно смотрите, как Денокс браво уничтожает иммунную систему.
Стоп, 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 мы что, жрем стаки? Нельзя жрать стаки. Так, давайте посмотрим на иммунную систему. Защитно-иммунная система. Я все понял, короче. Ребят, мы не так играем. Что, часть моих веревок упала? Почему? Блин, мы не так играем, я сейчас все объясню. Короче, смотрите внимательно, я сейчас себе наклею сначала веревки и расскажу кое-что. Во-первых, мы должны были кушать постоянно антибиотики, чтобы наша иммунная система не страдала вообще никогда. То есть мы должны были сидеть на антибиотиках, как наркоманы. Во-вторых, не оставлять раны открытой, когда идет дождь, потому что дождь может тебя заразить. Блин, вот я теперь это понял, но поздно. Мы уже больны диареей. Я надеюсь, мы, по крайней мере, успеем дойти до скрытого озера и узнать его тайну. Да, мы на месте. Нам надо идти немножко вбок. Давайте... Блин, иди нахрен. И... Мы опять какие-то вещи теряем. Так, давайте снова посмотрим Hidden Lake. Блин, ну вот же озеро Hidden Lake, ну вы что? Темнота. Не-не-не, все, туплю. Туплю, давайте доберемся. На следующем ходу мы... У Hidden Lake. Так, смотрите. Да, мы победили диарею. Мы победили ее, мы вылечили. Смотрите, мы вылечили ее. Иммунная система восстанавливается. Это победа. Ребят, классно. У нас выпадают тряпки. Ну. И мы потеряли лом. Мы потеряли лом. Ну ничего, у нас есть силы, у нас есть очки ночного видения. Это круче, чем лом. Блин, бутылка. А не пойти ли тебе нафиг? Вот так вот. Все, теперь у нас в руке нет оружия. Хотя нет, я вру. Есть. Да. Давайте. Мы сожрали, наверное, сколько там? Дофига антибиотиков сожрали. Но это помогло. Итак. Я поставлю на паузу, постараюсь что-то перевести для вас. Итак, в общем, тут говорится, что мы сворачиваем с дороги семи гейблетов и чувствуем какое-то беспокойство. Ну, когда мы в тишине идем через болото, дует ветер и колышет голые ветки с мертвыми листьями на них. Мы ступаем очень громко по камышам и листьям, и они под нами хрустят. Поднимая голову, мы видим силуэт дома. Видите, мы пробрались через камыши, мы видим силуэт дома, который выглядит очень покосившимся и одиноким. И его, видно, давно не ремонтировали. Судя по всему, он принадлежал какой-то семье. Дальше я SwingSet не мог перевести, точнее, Google не мог это перевести. Что-то, судя по проржавевшим SwingSet'ам, тут жила семья. Ну, в общем, понятно, ладно. Так, грубо говоря, мы видим место. Оно забаррикадировано inside, изнутри, да. Кто-то пытался выбраться через окно и что-то сломал. Ага, и также несколько тяжелых объектов видны через дверь. Ну, видимо, кто-то заблокировал вход. Ну, в общем, и внутрь или снаружи этого здания что-то может быть. Возможно, рейдеры. Вы не знаете,
что там, но вы чувствуете какое-то беспокойство сильное. Значит, можете покинуть этот дом, можете войти. Но я не знаю, как бы мы же вроде по квесту сюда пришли, да? Ну, значит, логично, что нам нужно войти. Хотя то, что мы недавно победили диарею, можно заночевать здесь. Leave the house. Давайте покинем дом, я не знаю. Так, и чего мы? Мы шпионим за сами за собой. В принципе, здесь мы можем заночевать. Почему бы и нет? Давайте скроем следы нашего присутствия и поспим. Да, я давно хотел поспать. Уже не раз, по-моему, уже хотел, да? Как вы знаете. И мы просто поспим. Не будем восстанавливаться, но нас просто принуждают к этому. Вот только вот войти и все. Ну, давайте войдем. По квесту, значит, надо войти. А тут внутри тоже квест. Можно покинуть, но вы входите. Маленькими шажками через центральную дверь. Так. Ну, в общем, вы стоите перед лестницей, и ступеньки идут на главный этаж слева. Или спуск. Ну, в общем, вниз, справа. Что ж, куда пойти? Это, наверное, квест. Типа, если мы не туда пойдем, мы умрем, да? Цена какая этого квеста? Я не знаю, как его пройти, если что. Пишите в комментариях. Потому что сейчас мы заканчиваем на этом моменте. Да, вот такой вот я тролль. На этом моменте мы закончим. Потому что я не хочу лишний раз напороться на это дело. Вдруг мы не туда пойдем. Поэтому пишите в комментариях, если вы знаете, как пройти это место, куда нужно идти, или если без разницы, куда идти, просто пишите без разницы. Не надо спойлерить, пусть зрители сами все узнают, если это без разницы, конечно, но если это есть разница, то напишите, куда идти. Потому что я не хочу умереть и играть заново, я все-таки хочу все на видео пройти эту игру. Поэтому давайте так и поступим. Давайте так и поступим. Так. Мы устали и мы можем поспать. Давайте поспим. Вот. Он не дает возможности поспать. Какой придурок. Ладно. Все, на этом, пожалуй, закончим. Говорите, как пройти Hidden Lake. Всем спасибо за внимание. С вами был Денокс. Пока и удачи!